И здравствуйте, дорогие подписчики, гости канала и случайные зрители. Привет, мы в Нижнем. Сегодня мы по новиночкам пробежимся. А новинок знаешь сколько? Дим, я боюсь, что ты не очень удобные ботинки одел, ноги у тебя устанут быстро. Поэтому готовьте чаёку, печенюку, мягкий диванчик и садитесь наслаждаться поудобнее. Но прежде чем вы усядетесь поудобнее, я хочу ответить на ваши последние комментарии о том, что мы очень часто начали указывать и рассказывать о Сибири Wellness. Да? А, да, причем не просто говорить... Нет, я немножко с другой стороны хочу зайти. Мы не продаем этот продукт, мы не рассказываем на этом канале. У нас есть отдельный канал по Cyberian Wellness, наш экспертный, кому интересно переходит. Мы упоминаем во влогах. Почему? Потому что это наш образ жизни. Мы этим живем каждый божий день. Проведя аналитику, мне стало интересно. Те блогеры, известные и неизвестные, рекламируют банковские продукты, предлагая конкретно взять кредитную карту, заведя вас в кабалу, вы ни одного гневного комментария не пишете, считая, что это нормальные вещи. Ну да, это же реклама. Рекламируют также ставки, лотереи. Брокерство. Брокерство. Биржу. Это тоже вкладывание денег в неизвестно что. А еще, Дим, игроманство. То есть вот эти все порталы, это дичь. У нас есть опыт у знакомых, когда семья разрушилась именно на вот этих играх. А в последнее время сейчас начало популярно рекламироваться брокерство. Это торги. Угу. Вот эти вещи для вас считаются нормой. Да? А то, что мы с Татьяной просто в виде диалога общаемся и делимся результатом. Мы вам не продаем, мы не получаем денег за то, что говорим о Сибири Wellness. Сибири Wellness, запомните, пожалуйста, это наш образ жизни. Мы в этом живем, это, не знаю, ну как но наша рука, самое, да, нога. Что, ну, то же самое, что я твоя жена, и у нас есть две дочери. Мы интегрировались туда, ну, может быть, смиритесь, это правда, наш образ жизни, ну никак нельзя отделить теперь нас от этой корпорации. Это то же самое, что мне не брать и ноги отрезать. Да. Что нельзя, вот этими ногами ходить нельзя, поэтому... Но мы же вас не призываем, дайте нам денег, а мы вам идите просто куда? Улыбнемся за это, да? Как другие блогеры. Потому что они же рекламируют продукт, эти вышеперечисленные, они за это бабки получают. И не маленькие. И не маленькие. А мы просто легко затрагиваем продукт. И заставляя. Мы даже продукт не затрагиваем. Я просто пару раз делилась, что у тебя, например, ты реально от седины избавился. Ну как я должна сказать, мужа крашу? Нет, мужа не крашу. Куда Димина седина делась? Ушла. Поэтому больше неохота разглагольствовать. Да. Ребят, давайте соблюдать порядок. Кто еще будет возникать, я буду банить. Не обижайтесь, пожалуйста. Давайте все-таки иметь уважение к труду. Мы бесплатно консультируем, к нам всегда можно обратиться. Да, у нас есть платные консультации, но это глобальные. Это составление проекта, больших гардеробов. Ребят, без обид, когда я говорю, что нет, я не буду бесплатно вам рисовать гардероб, что это значит? Что я не буду отдавать бесплатно 2-3 часа своего времени. Я могу вам сказать свое мнение. Мы вам даем наше мнение в обзорах. Поэтому давайте уважать мы вас, а вы нас. Мы как делились с вами полезностью по Икее, а у нас ее очень много. И я очень хочу ответить сразу на вопрос новичков, которые вдруг попали по рекомендации на канал, потому что на новинки всегда приходит очень много людей. Ну, честно, лучше нас их никто не рассказывает. Почему? Ребят, потому что через эти руки, через мои, через Димины, через прошло мозоли, уже да? Не одна тонна, десятки тонн этого товара. У нас действующая служба доставки Икеи, мы самые древние в регионе, как мамонты, работаем из 10-го года, уже 11 лет, и каждый божий день мы соприкасаемся с этим товаром. Я могу потрогать поверхность, вот как я сейчас сижу на этом диване, он классный, но я нашла сразу косяк. А косяк я нашла уже с точки зрения опыта прожития с мебелью Икеи дома, плюс опыт клиентов, ребят. Это очень ценно, именно этим мы делимся. Мы не делаем инвентаризацию на нашем канале. Цена, товар, цена, товар. Мы даем экспертное мнение, а этим экспертом мы являемся. Кто находится в Саранске, обращайтесь. Большевицкая, 85, про Икея. Про себя мы всегда говорили и будем говорить. Ну, давайте ближе к теме. Хватит это балабольствовать.
Бэк к Седа. Иди показывай. Классный новый диван. Мне очень комфортно на нем сидеть. 15 тысяч рублей. Цвет пока сандсбру темно-синий. Диван легко и быстро превращается в кровать. Ребята, у него очень классные подушки. Они довольно-таки хорошо набитые. А дальше они съемные, что тоже немаловажно. А здесь пенополиуретан. Пенополиуретан резанный. Дим, видно? Я уже привыкла, что ты с маленькой камерой у меня под руками всегда бегаешь. А здесь как будто ты ушел куда-то. А, вот такой вот резанный пенополиуретан. Какой минус вижу для себя? Со временем данный чехол желтеет и начинает рваться. Он очень тонкий. Поэтому, если вы берете данный диван надолго, я рекомендую сделать как, ну, типа наперника. Потому что вот это быстро очень порвется. А дальше. Я пока про мед рассказываю. Ложка дегтя будет в конце у данного дивана. И, к сожалению, для меня она значительная. Хоть это считается еще новинкой. Это новинка. Но я уже повторюсь, да, с точки зрения опыта вижу, в чем будет проблема данного дивана. Это двухместочка, это очень удобно для детской, для какой-то маленькой гостиной. Вот мы сейчас находимся в помещении, блин, наверное, квадратов 20, не больше. То есть вот этого на самом деле давно IKEA не хватает. А здесь довольно-таки хрепкие подлокотники, они здесь мягкие, то есть на них можно спокойно посидеть. Здесь, ребят, очень жесткий каркас, два ремня для раздвижения дивана. Сейчас я их найду. Даже мужчине пришлось приложить достаточное количество сил, чтобы добраться до этой чертовой, в общем, черной смотрите штуковины. Сразу. Если этот ремень потерять, он будет внутри, вы диван не разберете. Я все руки разодрала, все красное, болит, в ссадинах. У Димы тоже руки не лучше. А ссадины из-за того, что материал очень жесткий, вот как это наждачка прям. Значит, смотри, вот ремень. Здесь кто-то просто поиздевался над диваном. В плане раскладки он классный. Он не на пол, не как Сольста. Здесь есть еще один ремень. Вообще их должно быть два, но, говорю, здесь кто-то их прям подспрятал. Дим, иди сюда. Вот это обязательно нужно показать близко. А, смотри, вот это внутренний каркас, это дополнительное ребро жесткости. Это не ящик кроватный. Видишь, две деревяшки? Дим. Сейчас я с другой стороны пройду. Здесь пустота, это обтянута тканью. То есть это такие две буквы Г-образные направляющие. Здесь тоже хороший кусок условно фанеры. Ребят, главное вот эти два хвоста. Если вы их просрали, извините, вы видели, как я с диваном помаялась. То есть в раскладочку это вот так. Это получается по размеру 1,20 м. Сейчас скажу, насколько надо этикетку обратно найти. Тань, ради эксперимента укладывайтесь. Дубовый. Что твоя лавочка? А чувствуется ли про это промежуток между матрасами? Да. Топер обязательно нужен. А теперь главное. Херовая ткань. Вот это я разодрала сейчас. Руки дерет. Ткань жесточайшая. Ткань очень синтетическая. Визуал классный. Я сначала думала, что это то же самое, что у Фрихита на Шифтебу. Любимое, нежненькое, мягкое, которое не скатывается. Увы, ткань аналог Шифтебу по рисунку, но именно очень много синтетики, ткань жесткая, поэтому очень, вот я согласна, например, купить такой диван за пару тысяч подороже, при условии, что здесь будет нормальная ткань. И еще смотри, вот я не знаю, передаст ли камера, за счет того, что ткань ужасно синтетическая, блеск вот этот дешевый, его видно, давайте, видно невооруженным взглядом, то есть такое ощущение, что диван засаленный, вот как, если вот так приглядеться, я ж с это всполыхалась вся, пока пыталась диван разобрать. Вот интересно, кто-нибудь другой бы, кто снимает IKEA, стал бы так заморачиваться? Аж микрофоны у нас летают. Складывается легко, одной рукой. Собираете. Так, кстати, конструктив давай-ка покажем. Смотри, здесь, значит, упорная нога с двух сторон. Очень хорошие ребра жесткости, пробитое фанерой дно. Дим, подлезешь? Но вот это слабое место. Имейте в виду, нельзя детям делать горку и разрешать кататься. Потому что этот упор сломается. Ну, это вряд ли до этого дойдет. Дима делает, поверь. Опыт уже есть. Повторюсь, собирается очень легко.
главное оставить вот этот хвост и сбоку вот здесь пропустила второй хвост. Возвращая подушки на место, стоит, ребят, 15 тысяч рупий. Продается недавно. Если не смущает ткань и готовы дополнительно сделать наперники, чтобы подушки не разорвались, пожалуйста, диван путный. Значит, ширина 143, глубина 91, высота 85. Спальное место 120 на 191, высота 35 сантиметров. Ну, я думаю, это исчерпывающе по данному дивану. Ну да. Едем дальше. Мы сегодня с телегой, потому что вещи сдать некуда, а машина у нас в гостинице. А, ребят, мы в отделе с креслами. Смотрите, у детских кресел Point появились очень классные новые чехлы на подушке. Подушка сидения, кресло Диласарп, короче, кошечки, и Медскок, динозаврики. И то стоит 1200. Подушечка-чехольчик съемная полностью. И такая комплектация кресла теперь будет стоить 3400, но это с цветными подушками. Всегда можно купить каркас, всегда можно купить отдельно подушку. Здесь, смотрите, полноценное изголовье. Чехол просто стирается, он не разбирной. И все это хорошо сцепляется. Кресло очень классное. Ну, до роста 1,30 м спокойно ребенок сюда уместится. Дим, помнишь, такая коллекция была? Подушки были, шторы такие, да, были. Да. Так, я сейчас еще гляну быстро. Дима. Это просто пушка. Это Мерседес среди Поингов. Честно, да, ребят, это лучший чехол на Поинг, который есть на данный момент. Прям вот честно, с точки зрения всего своего экспертного опыта говорю. Пойдем показывать ткань. Это обивка Гунаред, которая используется у более дорогих диванов. А, смотри, как. Во-первых, потрогай рукой сам. Просто сейчас сравнишь с подушкой, с диваном, с дешевым, которую мы только что снимали за 15 тысяч. Я верю. Не она, могу она бархатная. Она очень классная. Во-первых, в чем ее разница? Ребята, она намного толще. Вот смотри, обычный Point, Дим. И вот Гунаред. Здесь другой совершенно слой пенополиуретана. Дим, видно одновременно? Да. Вот это прям вот могу сжать. А вот эту так уже сжать не могу. То есть у меня остается примерно вот столько места. Цветов, ребят, пока два. 10 лет гарантии. А, цвет у нас, значит, серый. И цвет... О, это вообще... Это к новой той мебели синий-зеленый, Дим. Ну да. Нобору Накамура. Ну, это даже не русский, да? Нет, Япония. Нобору Накамура. Давайте покажем. Первый вариант кресла, созданный в 72-м году, получил название Поэм. Это уже потом было переименовано в Поэм. Поэтому, ребят, кто давно хотел обновить Поинг, два классических, красивых, безумно цвета, серый и такая светло-зеленая мята, есть в наличии. И тот чехол стоит по 4000. Неважно, что вы берете, это кресло-качалка, либо обычное кресло. Обзор по Поингам уже есть на канале, он все еще актуален, информация не поменялась, поэтому можете брать прям вот смело от души. А мы пошли дальше. Ребят, линейка La Marpa, я специально стою с руками в карманах, чтобы не побежать ее не снимать, потому что мы ее уже сняли, и она выйдет после новинок. Поэтому не будем сейчас распыляться, серия, сразу скажу, пушечная, шикарнейшая, и рекомендую ее от души, пока она есть в наличии. Идем дальше. Новые шкафы и витрины Pudsta, шкаф-витрина 42, 37 на 155. Цвет антрацит и цвет светлая бирюза. Но вы заметили, что в этом году тренд у IKEA – это светлые такие красивые нежные оттенки. А шкаф полностью металлический, что радует, он на ногах, имеет воздушность. Такую конструкцию отдельно полка, то есть не все закрыто на витрину. Кто-то здесь обезьянничал, это ну, цветой же факью показать, как без этого. А, значит, смотрите, здесь полностью металл и стеклянные съемные полки. Полки нельзя менять, нельзя регулировать, но только в случае, если вы их поколотили, разбили. Pudsta называются, надеюсь, на сайте есть. Ребят, если на сайте какого-то товара нет, но, извините, вы только можете, значит, его купить руками в магазине, либо обратиться к посредникам. Так, из минусов.
делать. Ну, Татьяна Павловна, это особенность металла. Да, просто имейте, пожалуйста, это в виду, чтобы потом не было обидно. Витринка вполне достойная, мне нравится. И закрыто все по краям, потому что Детольф, ну, Детольф более такой стеклянный. Кстати, он сейчас по скидке 1500, это очень приличная скидка, 30% на него. Посмотрим, как будет, поживем, увидим, как будет себя в эксплуатации вести. А вот здесь меня смущает, то ли не до конца отрегулировано, то ли это физиология. Металл, да? Да, то есть здесь тоньше, чем здесь. Дайте я посмотрю. Но она не регулируется, во-первых. То есть это уже физиология шкафчика? Она через штырек идет. Поднять это... нельзя? Да. Ну, посмотрим. Пойдем, сразу не отключая камеру, новый Билли смотреть. Говорим, говорим. А? Говорим, говорим, а то в забанят. А, значит, Билли шкаф со стеклянными дверями, базовый, 80-30 на 2,02. Двери отдельно не продаются, это готовая комбинация. Полки микс, две, ну, получается, одна полка ребро жесткости в цвет шкафа. Цвет называется серо-бирюзовый, остальное под беленый дуб. Очень лаконично смотрится, но, соответственно, вы не можете ничего с ним больше сделать. Модернизации никакой он не подлежит. Если вы добавите наверх верхние модули и сделаете светло-бежевые фасады под беленый дуб, ну, не знаю, сомневаюсь, что это будет смотреться. А так попробовать можно. Но цвет новый и цвет очень актуальный на текущий момент. А так, мы в отделе письменных столов и стульев. Здесь наберитесь терпения, информации очень много. Столешницы Линман покидают ассортимент. От слова совсем. Им на замену приходит столешница Лак Каптен. Цвета, во-первых, белые, подбеленый дуб и черный будут то же самое. Появилось два новых цвета. Серый и очень красивый голубой. Из модернизации размер 150 на 75 перестал существовать как вид. Вместо него теперь 140 на 60. Еще ждем метровые и ждем большие. Но пока это все в процессе. Дальше. Тумба Алекс потерпела изменения. Она стоит теперь 5900. Чуть-чуть цена повысилась. Но у нее теперь есть дополнительно возможность ее поставить на колеса, на ножки. Плюс к ней прилагается крепеж для крепления столешницы. То есть, если раньше это был, как Дима говорит, резиновый буфер, да, то теперь это полноценный штырек, который можно вкрутить и не будет ничего гулять. Тем самым вы избавитесь от того, что будет столешница отдельно играть от тумбочки. Да. Дальше. Новые опоры. Тильскаг. Тильслаг. Белый металл и синий металл. Смотри. Это, наверное, точно ты просил. Видишь отверстие? То есть теперь столешницу можно вкручивать. Да. Тоже гулять не будет. Раньше это просто ложили и гуляло вот так. Дополнительно полка. Очень важно, что можно использовать столешницу, не то, этот, опору не только как опору, но и как дополнительную основу. Тогда, немножко тебя перебью, тогда, получается, должна быть предусмотрена отдельная крепящаяся площадь для этих отверстий, потому что оно, можно сказать, практически будет... Вот тут крепится. Нет. Не с краю. Нет, с краю. Да. Там есть дырочки по столешнице. Угу. Вот смотри, дырки вот до сюда доходят. Вот. Хорошо. Дим. Давайте, как эксперимент. Смотри. Вот смотри, крепление какое. Вот, положи на планку. Ну, положи на эту штуку. А-а. Вот. Поверх. Отпусти свою часть. О! Вот смотри. У ножек лимон совершенно площадь соприкосновение было вот примерно вот тут. Но ближе оно там краю, и есть. А тут вот другая площадь. Я думаю, это просто, так как столешница на полая, у нее здесь идет дополнительная планка. В эту планку ты просто сам вкрутишь и все. Я пока ничего не могу сказать, потому что мне точно так же, как и тебе, как и подписчикам, нужно увидеть это вживую. Пока я вживую этого не вижу. Вот, смотри, кстати, столешница. А вот это Lag Kapnen. Новый, да? Ну, давай да. Посмотреть. Должно ли вот быть? Смотри, есть технологические. Во-во-во. Вот, они я, есть. И это как раз утверждал, все, что как раз в этом месте предусмотрено усиление, потому что сама столешница, это же и есть бумага. В общем, технологичка есть. Так. Все, доволен? Так, 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 так. И я хочу. Вон новый стол. Я обратиться хочу к нашей подписчице, которую мы снимали такими... недавно, а скорее всего сегодня, да? Да. Рум-тур.
Как Маша, я хочу обратиться. Маша. Я забыл ей сказать, как апгрейдить ее керамический новогодний домик. Потому что она жаловалась на то, что лампочка очень ярко светит. Мы говорим про керамический домик из последней новогодней коллекции. Картинку видите в углу. Вот. Я Маше предложил, чтобы закрыть окошки, достаточно купить вот эту подложечку на стол и выразить по размеру изнутри, приклеить на термосопли. Сейчас она по скидке 169. Вообще бюджетненько. Чё? Тогда будет очень хороший рассеянный свет. Будет как настоящий новогодний домик. С окошечками. Как будто окошки замерзли и в итне. Вот ты заморотал. Пошли. Маш, я тебе сказал. Маш, я все обещал, все, что сделал, я сделал. Да, да, да. Надеюсь, ты Маша, это посмотришь. Маша, тебе привет передал. Надеюсь, ты это посмотришь. Новый стол очень хорошо сочетается вот с этой новой линейкой. Ламарп, правильно помню. Вебьерн. Письменный стол 140 на 72, цвет бежевый. По тону один в один, даже торцовые фасады примерно одинаковые. В чем фишка данного стола? Во-первых, размер. Во-вторых, торцовая часть, задняя, стола сделана так, что его можно всегда поставить в центр комнаты. 1, 2, 3, 4 ящика с этой стороны глубокие. Причем смотри, как глубоко выдвигается. То есть спокойно можно достать на любой глубине. Нет, Дмитрий Юрьевич, обошли бы вы немножечко вот с этой стороны? Легко. Смотри, как интересно сделано. Такой вот дополнительный модуль. А здесь у нас есть все, что нужно под провода, чтобы спрятать. Стоит, кстати, ребят, 15 тысяч. ДВП, сатовидный бумажный наполнитель, пластиковая окантовка, акриловая краска, бумажная пленка. А сидишь ты на стуле? На стуле Ингольф с новой подушкой, жестковато. Иди сюда. Это все под провода. Но на столе технологических отверстий нет, то есть априори куда-то что-то спускаться должно. И можно регулировать по высоте. Это под провода ведь? Да. Ну не полка же. В общем, вот такой новый стол. Просто вот эту коллекцию Ламарп, этот стол окантовывает и заканчивает по смыслу. Не всегда нужен маленький стол. Дим, покажи, пожалуйста, рядом с ними стоишь. Не всегда нужен такой маленький стол. Почему? Да все просто, ребят. Это стол бюро, я про него говорила в обзоре, он выйдет, посмотрите. А иногда хочется большой поверхности, она по стилю больше подходит. Поэтому это реально спасение. Подставка для ноутбука Bior Cosen, цвет бирюзовый, регулировка наклона и регулировка высоты 1700. Удобное компактное решение, которое можно легко перемещать по дому, адаптируя для разных занятий. Но наше коронное слово – жиблы. Ну, да, жибловат. И я, например, не могу одна его отрегулировать. Вот степень наклона я могу поменять. Ну, почему ты не можешь? А вот здесь вот металлические ножки надо удержать и поддернуть наверх. О, как. Я не могу дергать, держать одновременно. То есть кто-то держит, а кто-то дергает. Что-то немножко неправильно ты делаешь. Ну, а как? Это не должно так быть. Ну, вот, смотри. Я понял. Вот одну чуть приподнял, потом вторую. Нет, она не идет. Да. Я ничего не могу сделать. Здесь надо вдвоем. Ну, тут, получается, надо остроумие и смекалка, да? То ли вот так собрали. В общем, если у кого-то уже такое счастье есть, рассказывайте, как вы. О! О! Вот видишь, значит, получается, по одной ему надо поднимать. О! Я же сказал, остроумие, смекалка, все нашу жизнь поделит. Господи, в диван уже залазила, как. Не скажу, кто и куда. Если я сегодня здесь оставлю ногти, пойдемте, тебя Ольга Листина не простит. Я не смогу. Пойдем. В общем, имейте в виду, что есть вот такая вот подставка. Не думайте, она не кривая, просто Татьяна не смогла я не могу, реализовать, ребят, свои амбиции. Вот. Но туго.
Все, пошли. Очень хочу отметить дизайнеров IKEA Нижний Новгород. И хочется кого-то укусить, кто врубает громко звук. Метод с фасадами Ренгульт. Смотрите, это по факту каркас большой. Можно сделать любой. С подъемными верхними полками. Ну, фасадами. Здесь внутри стеклянные полки и вот такие ящики. А что это дает? Когда остается место и нужно сделать место для хранения, видите, очень удобно встроен в короб гипсовый, можно IKEA применить по назначению. 39 тысяч стоит такой шкаф, а 80 на 248. Это не новинка, это лайфхак. Фасады новые, кухонные, стенд-суш, гарантия 25 лет. Уж очень с Хэмносом похоже. Есть нотки. Такая же полосочка. Сзади полностью гладкие, заглушек допом нет. А стенд-суш, получается, еще будут стеклянные. И вот такие стеклянные. Я как понимаю, еще пока... А нет, это Севердаль. Выставку переделывают. Это вообще еще пока без, неведомо зверушка. Но, судя по выпилам, это будет стенд-сунд. В общем, потихонечку у IKEA кухонные фасадики появляются новенькие. Синарп, тоже интересный фасад. А ДСП дубовый шпон. Марил Клак. То есть вот это дубовое шпонирование. Такое основательное, с кромкой. Покажи с обратной стороны, пожалуйста. Тоже очень достойно смотрится. Но это когда уже хочется такую, знаете... монументальную кухню. Мы продолжаем блуждать по лабиринтам IKEA. Серию Гультарп мы вам уже облизывали, рассказывали. Реально серия классная. Уже зарекомендовала себя. И новые ведрышки появились. Это контейнеры. Никелированные, 14 на 16. Очень красивого зеленого цвета. Про что говорила, у IKEA тренд в этом году. Просто я почему это вижу сходу? Я люблю этот цвет. То есть мне прям вот душу радует вот эта спокойная зеленоватая мята. Болото. Болото. 600 рублей стоят все болота. А мы в отделе стульев. А все стулья, которые мы вам перед этим показывали, мы уже показали. Нового ничего нет. Но я откопала новый барный стул Стиг. Он не новинка. Новинка на золотинку. Но новый цвет черный. Наконец-то стул Стиг стал чисто черного цвета. Его бы еще серого и белого выпускали, цены бы ему не было. А все то же самое, те же 63-74 сантиметра. Подросла цена, раньше этот стульчик стоил 800, стал сейчас стоит 1200. А большой стоил до 1999, сейчас стал стоить 1300. А стул удобный, лаконичный, легко передвигаемый, и у него есть резиновый под вот такой стопорок, опора, чтобы не скользили наши ножки. А сейчас мы с вами плавненько перетечем в отдел. Хочу вот этот стол еще посмотреть, мне кажется, новинка. Угу. Strandtorp. Стол Strandtorp. Есть еще белый. Белого пока в наличии нет. ДСП, дубовый шпон, морилка, прозрачный акриловый лак. Дубовый шпон. Рекомендация 4-10 человек. Стол, ребята, раздвижной. От 1,50 м, следующие 2,05 и аж 2,60. Очень хорошая ширина. 95 сантиметров. Сейчас оценим ноги. Посмотрим, во-первых, из чего ноги сделаны. Интересно так, а про ноги ничего не сказано. А нет, сказано, сказано. Нет, это про металл. Нога-то металлическая, представляешь? Наконец-то до IKEA дошло, что это гораздо выгоднее, рентабельнее делать металлические ноги. Почему? Во-первых, металлические ноги никогда у вас не потрескаются и не развалятся, в отличие от деревянных. То есть это более устойчивая основа, меньше геморроев со сборкой. Здесь даже пластиковые элементы бегают. Мы сейчас раздвигать не будем. Да нет, только... Не, не буду. Просто потяни на себе. Угу.
То есть здесь полностью металлическая обвязка, отсюда достается столешница и ставится, в зависимости от того, одна либо две, насколько вам нужно разделить. Крепежи, стыковки, все очень добротное. Слушай, стол достойный, и главное, у него нет острых углов. Как тебе? Мы, наверное, возьмем это в будущий дом. Главное, чтобы он дожил до того, как мы достроим дом. Будем надеяться. И Данес. Новая кровать, которую очень давно хотели, просили показать, просто у нас ее не было на выставке. Размер пока, ребят, только 1,60 м на 2. Размер самого каркаса 171 на 2,07. Это, пожалуйста, учитывайте. Спальное место 160 на 2. Кровать стоит 20 тысяч рублей. Это без учета речного дна. Это комплектация каркас плюс центральная перекладина. Пойдем Тань, смотреть. Я попрошу тебя убрать подушки, чтобы было видно изголовье. Очень красивое изголовье. Классическая кровать вне времени. Я думаю, если ее из ассортимента не уведут, то она будет очень популярна. А теперь давай, Дим, по материалу. Значит, так, оцинкованная сталь, очень много, массив сосны, изголовье из ножей ДСП Бук, массив, основные элементы это массив, элементы стали и чуть-чуть ДСП. Кровать очень устойчивая, мне прям нравится, как она сделанная. Здесь воспользуемся моментом, покажем изголовье. Главное, все хорошо прокрашено и нет вот этих сучков, которые есть у Хемноса. Из плюсов для себя визуально это хорошая высота, хороший боковой зазор. То есть сюда можно положить любой матрас. Сейчас я посмотрю, если смогу поднять. Да что-то у меня сегодня... Заметишь ли ты, сколько уровень подъема? Ну вот это я хочу сделать. Ты только расскажи, а то там не видно ничего. Сейчас, подожди. Комичная ситуация. Тут покупатели проходят, а Татьяна там что-то ковыряет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Три. Отлично. Три дырочки нашла. А хороший боковой зазор, как я сказала, вот здесь сейчас это самая максимальная высота. То есть выше не поднять. А нет, еще выше можно поднять. О. То есть прям вот, вот сюда можно поднять. Это, можно сказать, как отель Хилтон? Практически. Такой высокий-высокий. Такой высокий-высокий кроват. Классно смотрится, ребят, мне нравится. Косяков не вижу. Изучала эту кровать заранее, потому что есть в планах покупка подобной кровати. Поэтому мне, честно, нравится. Если кто-то уже купил такую кровать и ей пользуется дома, пожалуйста, расскажите, поделитесь. Очень-очень важно. Но это одна из немногих высоченных кроватей в Икее. Потому что, ну вот сравни, да, вот мазни просто камерой. Конечно, Лервик, если на него... Да, даже давайте мы сравним вот так. Самый дешевый и самый за 20 тысяч. Разница какая. Иногда есть разница, и иногда есть смысл платить больше. Так, Дима, разворачивай свою камеру на 360 градусов. Не, на 180. И топаем мы. Мы быстро-быстро топаем к тому, что я показывала вчера. Показывала я это в сторис, потому что не смогла удержаться. Это белый металлический стол Клинсбрук. Наконец-то Икея услышала своих покупателей. Теперь клизма в белом. Ну сколько красить его? Сколько можно красить-то? По крайней мере, белый проще перекрасить в желтый, в зеленый, в салатовый, в любой оттенок. Потому что бедные девчонки, которые очень любят столы Клинсбру и используют их в разных дизайнах, я про дизайнеров говорю, черный перекрашивают очень долго, белый гораздо проще. В общем, стоит он сейчас 1600, полная альтернатива черному, только в белом цвете. Ну, про этот стол я всегда пою оды. Это один из лучших столов, которые есть в Икее. И самый долгоиграющий. Иди, иди, Дима, иди. Я порелаксирую. А, Кранц Краге. Светло-розовая, одна с палочка, 1300. А значит, у нас это... Мне бы еще Кранц Краге-то бы найти руками, чтобы пачечку в руках помацать. Но пачечки-то нету, поэтому плотность я вам не скажу. Увы.
125 дюймов, 125 плотность, это полностью хлопок. Смотри, какой красивый. Прям девочковый-девочковый, да? Есть такой. Оборочка. И пододеяльник вот на таких веревочках. Еще одна новинка. Офелия. Офелия. Одна спалка. 2000 стоит. Здесь у нас 205 плотность. 100% хлопок. А в чем фишка? А фишка в рельефе ткани. Смотри, какие переходы с настрочками. Очень красиво, очень нежно смотрится. Но он такой, знаешь, жестковатый. Кто любит постельку понежнее, ребят, вариант не ваш. То есть он прям вот такой, чуть-чуть дерюжный даже, но будет служить очень долго. Вообще, кто любит нежность, вам хлопковый сатин. Вот, например, Этелья, очень красивый, с вышивкой, ручная вышивка, всевозможные финтиклюшки. Здесь уже лиоцел, здесь 100% лиоцел, вот как кто любит гладкая постелька. Комплект постельного белья, беговая дорожка, есть еще орнамент, велосипед, футбольный мяч. Спорт слик. Спорт слик, ребят, это хлопок, 250 плотность, очень гладкий. Вообще такое ощущение, что здесь в составе лиоцел. Но лиоцела здесь нет, такая выделка. Дим, давайте вот мы этот рисунок покажем, потому что тут сбоку особо не понятно. Вот такой вот орнамент. Очень мне нравится, что сейчас многие постельки стали упаковывать вот в такие мешочки. Смотрится очень стильно и очень-очень красиво. Так, быстренько сейчас своим зорким взглядом цепанусь. Нет, больше новых постелек нет. Пойдем новую подушечку детскую покажем. Появилось два новых детских предмета. Это вот такое одеяло «Лен». И вот такой вот пледик Гул Спарф. Гул Спарф есть только, был белый, теперь он еще появился и серый. Значит, Гус Пауэр. Дима, иди сюда. Вот видите, какой белый? А серый вот с таким более простым рисунком. Честно, он проигрывает. Имейте это в виду, и на нем будут появляться катышки. А, нет, это одеялка «Лен» теперь называется, хотя вот один в один. И вот такое одеялко «Лен», аж 800 рублей, 4 слоя хлопкового воздушного муслина. 2 слоя, ну, получается, в нитках еще слой прячется. В принципе, на лето укрывать детеныша вполне может быть. Дальше, под чехол на пеленальную доску появилось 2 новых, наконец-то, без этих вышивок. Почему говорю «наконец-то»? Потому что дитё трется щечками, личиком, и это не особо удобно, это я уже из своего опыта. А вообще там что-то видно, то, что я показываю? Да. Или ты с другой стороны обойдешь? Вот эти чехольчики. Беленький и серенький. Но сама махрушка стала более жидкая, более тонкая. Имейте это в виду. Кто хочет поплотнее, берем старые орнаменты. Кстати, смотри, что вернулось. Пеленальная подстилка «Лен», их очень долго не было. Про них мы детально рассказывали в обзоре по детской серии. Это очень удобно для приведения ребенка в порядок, либо как использовать вместо маленькой клееночки, если дитё голышом лежит у вас. А еще, Дим, пропустила, я про них помнила, шла искала. Ленарст, пододеяльник, наволочка для кроватки хлопковой. Вот он, 1300. Трикотажный, прям очень хорошо тянется. На замочке здесь такой вот рисунок на молочно-белом фоне — луна. Дальше комплект «Лен», 500 рублей, из тонкого хлопка, тоже очень красиво смотрится. 122 ниточки, то есть такая вот средняя плотность. Это тоненькая постелька, когда нужно постоянно на пересменку и нет возможности очень долго сушить. И еще «Ленарст» появился под простыни. Вот эти простыни. Вот трикотажная простынь «Ленарст». Теперь появился такой комплект. Стоит 600 рублей. Хороший хлопок. Сейчас найду этикеточку, скажу плотность. Нету. Бангладеши сделано. Хлопок и вискоза. Хлопка 80, вискоза получается 20. Такие вот новинки по малышкам. Пойдем дальше искать.
Так, появился еще новый шкафчик. Годихус. 60, 51, 178. Сделать вы с ним ничего не можете. То есть он не модернизируемый, допов на него никаких нет. Единственное, что штангу можно переместить и полку тоже можно переместить. А для кого этот шкаф? Ну, кто фанат вот этих круглых ручек? Здесь, ребят, обычная ДСП, обычная пленка. То есть вот, ну, ничего такого я в шкафу не вижу. 8 тысяч, ну, я бы подумала. И еще есть комод из этой серии. Пойдем покажем. Из этой же серии комод Годихус 60 на 64, белый комод с тремя ящиками. Вот такие ручки в комплекте, оранжевые и зеленые. Здесь просто базовый ящик. Из плюсов есть доп. Насадки, чтобы защитить ребенка голову и так далее. Здесь уже набито очень плотно. Ну, не знаю, для меня дорого. За эти деньги можно вот из новой серии, кстати, мы про нее полностью все сняли, рассказали. Обзор тоже скоро выйдет. Можно составить более интересные вещи за меньше денег. К нам вернулся Умберлик. Таня, ты изменяешь своим традициям. Обычно ты делаешь ногтями. Меня просили не царапать. Стучать. Теперь буду стучать? Нет, коготочками. Ого. Многих это бесит. В общем, Умберлик возвращается. 1300, стоит сковорода 28 сантиметров. Тефлоновое покрытие класса платинум, теперь в медном цвете. Это только эстетизм, неважно какого цвета тефлон, он функционален, главное использовать по назначению. Сковорода с толстым дном, очень хорошо для упаривания. Но сегодня в гостинице утром со сковородой Умберлик и индукцией у меня произошла оплошность. Раскаляется сковорода очень быстро, блины, которыми Дима завтракает обычно из вкусвилла, сгорели. Вот поэтому очень аккуратно используйте сковороду по назначению. А дальше крышечки Клокрен. Ну, знаете, такая условная новинка. На самом деле это ни шиша, ни новинка. Они уже давно просто на них прицепили ценник новинка. А помним, да, что IKEA вот эти ценники новинка держит аж 6 месяцев. То есть не всегда слово «новинка» соответствует новинке. Это такое маленькое отступление. Мы пошли дальше лазить. Я уже вижу сотейника Умберлик. Пойдем. Только мы знаем, где новинки. Ну да. А, так. Ой, это же не Умберлик. Это, нифига себе, Sensuel. Свободные продажи. Нонсенс. Ты понимаешь, про какую серию я говорю? Это профессиональная линейка уже. А здесь у нас нержавеющая сталь, алюминий. Очень, ребят, тяжелые. А они индукционные, газовые. В общем, все их видит. 3 литра, 2300. Тяжелые, зараза. Им только как гантели качаться. Но пища в нем получается совершенно другая. Томленая. Поэтому имейте это в виду. Так, сотейник, сковорода, тра-та-та. Warfind, подставка под горячее. Разницы сильной нет с HEAT. Ну, цена 139 рублей по Family. Кроме того, что здесь выбит, как, знаешь, таким выжигателем по дереву рисуночек. Цветочки. Кому эстетики надо, пожалуйста. Так, плавно мы перемещаемся дальше. Я знаю, что здесь тоже прячутся новинки. С тележки не особо удобно снимать. Но когда машина остается в гостинице... А, какая новинка! Помнишь такой? Гриль-тидер. Кстати, тоньше стал. У нас такой один есть. Это прям жимлый. 400 рублей. В принципе, неплохо. Куда-то на пикник. Сковородки IKEA 365, гриль круглые тоже стали, слава богу, возвращаться. Вообще, мы уже забыли половину сковород, потому что они пропадали. И люди очень многие, кстати, IKEA, имейте в виду, когда у вас долго какого-то товара нет, у людей ассоциативный ряд, что товар пропал, что его нету. И идут в другой магазин. Два ситечка Бенлоя, 219 рублей, одно манехонькое, очень удобно для каких-то заготовок Made in India, второе побольше. Вообще, я знаю, что в планах, когда этот товар выпускался, у дизайнеров было, что они будут съемные, продаваться отдельно вот эти сеточки, но пока не реализовали. Знаю, что уже многие брали, у нас уже по заказам были, клиенты очень довольны.
Вообще возвращается очень много товара, которого долго-долго не было. И это радует. Теперь пойдем к новым прихваточкам. Не похожи на Икею, честно. Какие-то новые орнаменты. Алиэкспресс. Да, Торвлю с рисунком зеленый, с рисунком оранжевый, с рисунком светло-зеленый. В общем, по 99 рублей прихватка. Тут брокколи, тут апельсины, тут крест-салат и прочее. Ну, не совсем в икеевском стиле, я бы так сказала. Еще появился очень новый прикольный детский фарточек. Линейка называется Maria Tess. Стоит 349 рублей. Вот по факту, как Вардадин. Цвет, гамма, фактура. Ну, полноценный фарточек, очень удобный. Вообще, вот, ну, блин, полотенечко. Полотенечко и на него липучки сделаны. У нас Алена в детском фарточке мне помогает, поэтому я могу сказать, что такая штучка однозначно у деток должна быть. Краткая информация про ножи из дамасской стали. Они есть в наличии. Но только чтобы через выписку. Чтобы их купить, да, надо обратиться к менеджеру, продавцу магазина IKEA. Вам сделают бланк. Да. Вы его оплатите, заберете данные ножи. Данные ножи, свободной продажи их нет. Они, кстати, подорожали, зараза. На 200 рублей подорожал маленький ножик, ну и все остальные. Боюсь тоже согрешить, но я думаю, ручка стала более светлая. Она, наверное, была в то время темнее. Ну да, кстати, ручки были потемнее. Ручка из массива клена. Ребят, у кого эти ножи есть, я даже знаю, среди наших клиентов в Саранске очень многие покупали эти ножи, хвалят довольно по цвету ручки. Ну хотя, в принципе, Дим, партия дерева рознь, может быть, да? Поэтому это же не штамповка пластиковая, может быть, и оттенок. По памяти, я думаю, они более в шоколадный оттенок были. Более коричневые. Льювары. Господи, какой он, Дим, красивый. А, значит, этот термос стоит он 2000. Что случилось? А, он разного объема. У меня диссонанс в голове. 1,5 литра стоит 2000, а литрушка стоит 1500. Сейчас я пытаюсь с ним разобраться. Крышка съемная. И здесь классический металлический термос. Очень красиво, стильно смотрится. Металлизированный, нержавеющая сталь. Закручивается. Хотите так, хотите в обратную. Два вида. Кто смог приобрести данный предмет, скажите, проливается как? Ли, сколько держит температуру по времени? Я, наверное, куплю, просто дома поставлю, буду заваривать чай и будет стоять. Лучше поменьше купить. Поменьше? Да, маленький. Скоро халява одной разбитой тарелки, купленной взамен другой, закончится, потому что Икея начала очень много посуды продавать вот такими пачками. Давайте разбираться. Тарелка десертная, стекло матовое, 21 сантиметр, Инбюден. Инбюден сделан во Франции, но это логично, потому что все закаленное стекло идет через Францию. Вот такое вот матовое заднее стекло и глянцевое, ну, классическое, с рисунком. Рисунок вбивной внутри, при этом орнамент под пальцем не чувствуется. Это лимитированная коллекция, поэтому любители, фанаты, имейте в виду, закончится быстро. А дальше, устойчив к проявлению царапин, вообще эта посуда очень хорошо себя зарекомендовала. И сам завод, который делает Luminarc, то есть, да, линии одни и те же, ну, довольно-таки на хорошем счету. 150 рублей стоит вот такая в точечку. И большое блюдо стоит оно аж 800 рублей. Но это у нас не блюдо. Это вообще бокал для шампанского. Люди, вы издеваетесь? Цены нет, Дим. Ну, хотя бы по названию давай. В общем... Рисунок покажите. Рисунок вот. А, я нашла блюдо 32 сантиметра. Инбюден. Стоит 300 рублей. Слушай, красиво, кстати, под торт, под какую-нибудь такую раскладку большую. Возвратаем на место. Посуды сегодня будет много, сразу скажу. Ну, я думаю, вы уже это, попкорн еще весь не съели, печеньки тоже. Линейка Ferglar.
А, значит, смотрите, в чем уникальность данной линейки? Давайте разбираться. Ну, по уму это фергрик только боком. Это та же каменная керамика. Продается теперь пачечками, по-другому не купить. Цвета пока два. Рекламный ход. Да, темно-синий маркетинговый. И светлая бирюза. Из того, что вот обновилось, что мне нравится. Во-первых, появились вот такие тарелки. Ну, блин, зараза, 1200 за 4 таких тарелки, я считаю, дорого. Дим, иди сюда. Просто это не увидеть на сайте. То есть вот это норма у этих тарелок. Вот это вкрапление. Секундочку, сейчас мы будем подстраиваться. Что тут не так? Пятнышки видишь, такие вот мелкие? Ну, вряд ли. Ну, в общем, как россыпь веснушек по тарелкам. А глубокая тарелка 19 сантиметров стоит 600 рублей. Да, за каменную керамику это дорого. А дальше десертные 4 штуки 500 рублей стоит. Вот их получается. Раз. Большие 800 рублей 26 сантиметров стоит. А, и плюс еще должны быть миски. Миски мы сейчас найдем. Вот фергрик. Ну, в принципе, фергрик 149. Та же каменная керамика. 150 и 150, 300. 600 рублей за 4. А это 800. То есть на 200 рублей дороже. А, темно-синий цвет представлен пока двумя тарелками. Плоской и... плоской десертной и глубокой. 800 рублей, 23 сантиметра, глубокая тарелка. А, темно-синий оттенок, он в глянце, полированный. А вот мята, такая зеленоватая, она матовая. И еще из этой серии появились миски. Сейчас мы до них дойдем. Чтобы далеко не бегать, хочу показать вам Favarissera. Новые из закаленного стекла сервизы. Стоит он 1200. Смотри, какая интересная миска. Тарелка тоже с таким рисунком. И большая тарелка точно с таким же рисунком. Упакована в очень приличную коробку. Можно брать сразу на подарок. И для транспортировки куда-либо тоже не страшно. Все защищено. А сделано сие счастье в Китае. Здесь 4 тарелки 25, 4 тарелки 19, 4 миски. Но стекло довольно-таки хорошего качества. Ну, китайцы тоже умеют иногда делать. Так, пойдем дальше. Миски. Ферглар, миска, тарелка десертная, 4 штуки. Нет, это я про тарелки. Миска 16 сантиметров, полированная темная бирюза. Теребить не буду, потому что здесь темновато. Дим, не двигаю? Не надо. Все, пойдем туда дальше. Там очень красивые подставочки. Угу. Для кого Эрве Брелов кажется чем-то таким более воздушным и рисованным, пожалуйста, Инбьюден. 29 сантиметров, прозрачное стекло, ручная работа, лимитированная коллекция. Подниму, Дим? Легко. Вот такая крышка. Большого диаметра на ноге подставка. Уже популярная вещь у нас у клиентов в Саранске. Это кафе, это маленькие рестораны, это магазины, где есть красивая выкладка. Инбьюден 2000, подставка 19 сантиметров с крышкой. Тоже ручная работа. Она повыше уже. Очень красиво вместе смотрится. Блатья Болгалы сделали нам новый поднос. Розенхета. Я проверяю, Болгария. 33 на 33. Ну, такой красивый синий орнамент. Разнообразие к лету. А почему нет? Так, а дальше, смотри, салфеточки теперь вот в таких коробочках. Ну, знаешь, дома, ну, хотя, в принципе, можно. Варфрин. Варфрин стоит 99 рублей за 100 штук. Здесь салфеточки у нас 16 на 32, сложенные пополам. То есть, ну, такой вот боксик. Mm-hmm. Ребят, очень много новых салфеток. Сомадрем. А, значит, 30 штук, цена 99 и 129. 99 вот такие рыбы. Размер у нас 33 на 33. И вот такие большие салфетки, сложенные пополам в прямоугольник, 38 на 38. Цена 129 рублей. А Сомадрем есть еще малыши. 30 штук вот такого красивого орнамента бежевого. Красиво будет для сервировок. Стоит 49 рублей. Дим, остальные не вижу, но они есть вот здесь. А, Льювара мы уже показывали. Кстати, у Льювара же еще и салфетки есть.
99 рублей. И вот новый InBuden под посуду. Лимитка на белом фоне, зеленое вкрапление. Вообще, кстати, правильно сделали, что вот салфетки теперь можно вот это... Цоп, цоп. Еще у Розенхета белые с темно-серым орнаментом. Цвета на самом деле разные. Есть вот такие под цвет подноса. Поэтому, если вам ваши посредники привезли другой цвет, не ругайтесь, значит, такое просто дали в Икее. Утбют, новая дорожка, в темно-желтом цвете. Ну, вообще, утбют, как я говорила, это тот же Мерит, только другим боком. Любит у нас Икея просто менять название. При этом Мерит более плотная, чем утбют, но цена такая же. Цвет желтый очень хорошо будет с Майгулом сочетаться такого же цвета. Ну, давно, на самом деле, пора Икея иногда добавлять и яркие цвета, потому что это актуально, люди это просят. Либо люди берут это здесь, если этого нет, они идут в другой магазин, вот и все. Единственная радость для меня на сегодняшний день пока, то, что я увидел, для капучино, это как капучинатор, для капучинатора. Это кувшинчик. Кувшинчик. Для вспененного молока. Я просто на зоне покупал 0,5 более литра. Маленький, там, наверное, я на 0,2 литра брал. Даже меньше, 0,1. Да, это примерно за 700 рублей ты его брал, за 700. Здесь 300 за 0,5 или 0,6, 0,5. Нужно брать. Годный. 500 чайник со свистком, металлиск. Ну, такой хороший, добротный чайник, 1,5 литра, нержавейка. Ой, из-за того, что он блестит, я не могу навестись на него. А он, да, он такой с блестуном. Свистульку, походу, сняли, чтобы ее это... Не свистнули. Да, не свистнули. Кто, кстати, эти чайники уже брал, делитесь, как вам. Вот, вот свистулька, либо ее уже свистнули, сосвистулили, вот она. Нет, скорее всего, спрятали. Ферглар, который мы сейчас показывали, тарелки. Есть чашки с блюдцем, 4 штучки под эспрессо. 600 рублей, прям минки, по 70 миллилитров. И чашки есть по 250 миллилитров с блюдцем. И точно такие же есть темно-синяя бирюза лакированная. 800 рублей за 4 штуки. Смотри, как они интересно запакованы. Сразу в коробочках, то есть можно подарить. Красивый изумрудный графин. Называется он у нас, кстати, он 2-литровый. Называется Сельс Каплик 2 литра темно-зеленый. Очень красивый. Покрутите, пожалуйста. Ручная выдувка. Тоже, кстати, ограниченная серия, имейте в виду. Согласись, красавец? Пингвин. Гвин-пин. Зеленый. Особенно, если он как раз со значком смотрится. Больше всего похоже. Пойдем, пингвин. InBuden, графин литровый, 250 рублей всего. Тоже лимитка. В такие точечки, как тарелочка. Не хендмейд? Хендмейд. А хотя нет, не хендмейд. Значка хендмейд нет. Пойдем, покажу тебе стаканчик. Один очень красивый. И мне интересно твое мнение по его поводу. Кстати, рюмки свалька наконец-то появились, рюмки покал наконец-то появились. Это не новинка, но это очень крутые, красивые, стильные рюмки. Использовать можно как угодно, под любой алкоголь, решать вам. Рюмочки покал тоже очень стильно смотрятся в сервировке с большими стаканами и с фужерами. Ой, сколько мы их перевозили, вот этих маленьких рюмок? Нет, ты вон тех перевозил по 5 рублей. О, I'm sorry. Вот а покалы-то они подороже будут. Пойдем, стаканчик новый покажу. Как ты думаешь, из чего он? Ушка, не хрусталь же. Ну, из чего? Не знаю, ну, стекло какое-то. Пластик. 99 рублей. Ну, хотя смотрится очень так прозрачно. Да, красиво. На первый раз не скажешь, что... Я тоже думала, что это стекло. Очень много граней. Ты, главное, не испугался, когда его кинула. Да ты-то можешь. Все. 99 рублей, 320 миллилитров, Кельсинг. На производство Китая, ну, стандарт по такой посуде. На самом деле, это очень классно. Очень классно будет на природу куда-то. Надо нам таких это... Ну, прикупить. Тогда торжественную природу, можно сказать. Да, на торжественную природу. Пойдем в шторы, там тоже много вкусного.
А, нет, 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 пойдем дальше в стакан. Стаканиша. Инбьюден, бокал под шампанское с точечками, 800 рублей. Ну, скажи, красивая коллекция. Почти Новый год. Да. Стекло, краска. По-разному звучат. Хотя и то стекло. Имеет место быть разный состав стеклянной массы. Это как... У меня родители стекольщики. На двоих почти 100 лет отработали. Хотел покороче сказать. Угу. Как мы и говорили, нас хейтили. Нас, а мы крепчаем. Льювары не осталось практически ничего. В нижнем остались чехлы на подушку. Кстати, чехлы на подушку появились еще дополнительные цвета. Это радует. А, немножечко осталось вот этих подушечек. Пледик по мелочи. И все. Разобрали всю красоту. Столы у нас так, кстати, и не появились. Пойдем по чехлам пробежимся. Очень много новых интересных моделек. А, во-первых, вот такая вот новинка. Интересная, с кистями, с вышивкой. А, стоит 600 рублей. В наличии нету. Это уже стало нормой. Даже название вам сейчас... Инуден, по-моему, тоже. Инбьюден. Кстати, когда появится, ну, красиво, очень красиво, достойно смотрится. Два слоя, двухсторонняя, зеленая, здесь вышивка. Поэтому, кому она очень нужна, ловим, рыбаты, ловим. А дальше еще одна очень красивый, такой, один еще красивый чехол. Гервет, 800 рупий стоит. Это у нас хлопок, 100% 50 на 50. Жалко, что по-человечески не показать его. Давайте рисунок покажу. Вот он. С одной стороны, он, видишь, какой он разноцветный, разноперстный, плюс у него кисти. Ой, тяжело одной рукой. 7 секунд. Дальше разговариваем. А он двухсторонний. С одной стороны гладкий, с другой стороны с рисунком. А дальше. Запикаю. Брунмал. 1000 рублей. Убить того, кто эти названия придумывает. Честно, это же 50 на 50. А, кстати, продается без пакетика. Ну, хотя бы бумажку, что ли, завернули. Ну, тогда растягивай и показывай передо мною. Наконец-то, да, хоть один чехол. Вот, если было бы так всегда. Мы бы все чехлы показали. Стоит 1000. Хорошая такая основа, здесь дополнительная ткань, то есть не будет соприкосновений с самим рисунком. Ее можно стирать. Здесь у нас, судя по всему, что-то такое ощущение, что здесь полотно раме будет. Нет, хлопок. Хороший, плотненький, грубенький. Жить будет долго и, надеюсь, счастливо. А из этой же серии, такой же, только уже с более легким названием, Анемете. Растягивай, мать. Растянула отец. Из вот таких вот мелких хвостиков косичек. Поэтому кому к интерьеру гуд, цапаем, а то убежит. Как, в принципе, часто все сейчас убегает в Икее. А, так, новые зеленые подушки появились. Ну, прям очень напоминает хоф. Мы, в принципе, уже выросли, имеем право называть вещи своими именами. А, интересные подушки, стоят всего 400 рублей. Инбьюден, с такими хорошенькими, прикольными хвостиками. Хвостики с четырех сторон, честно, я бы их отчекрыжила. И здесь он на веревочках. Подушечка плотненькая, хороший плотный хлопок. Но, конечно, на уличные стулья я бы не рекомендовала, промокнет, сушить будете. Двухсторонний, это значит, одну сторону изгваздали, на другую спокойно перевернули. Ну, по крайней мере, мне это гораздо больше нравится, чем Юстина. Если появится в других цветах, прям Икея, безумная благодарность будет от клиентов, от покупателей. Так, еще откопала вам новенькие чехольчики. Ой, подушечки, точнее, я параллельно чехольчики смотрю. Сагаловиза, 30 на 58, не снимается. Ну, вот цены бы не было. О, съемный. Наконец-то. Обалдеть. Ребят, на самом деле это очень стильный и очень такой лаконичный чехол. Продается вместе с подушкой красиво куда-то в офисы, в рабочие поверхности. 500 рупий.
И вот такая вот детская подушечка, кстати, многие берут как подушку на детский стульчик, стоит 600 рублей. Эта подушечка у нас из детской серии, но живет она и во взрослой. Кран сборы 40 сантиметров. То есть это велюр, можно использовать как сидушку на стул. Главное, чтобы вам пипочка, вот эта пуговичка, не мешала. Сейчас скажу свое любимое слово, но не скажу, потому что это не жиблый, это жидкий. Анмия, новый цвет пледа, серый, 140x205. Ребят, ну, анмия стала хуже по качеству. Ну, вот такая, какая она есть. Цвет, на самом деле, очень красивый. Идея классная. И у анмия из старых пледов остался только один. Пойдем еще один новый цвет покажем. Плавно перемещайся, такой коричневатый. Вот он еще один новый анмия. В коричнево-бежевом цвете. Вот видите, старый, он более мягкий, и за счет этого та же редкость плетения не так критично воспринимается, как у нового. Новый прям совсем дырявый-дырявый. Анмия превращается в мешковину. Да. Вообще слово. Ну, значит, будет у нас мешковина. Пойдем в шторы. Майгул появился нового. Я же настраиваю, давай. Майгул появился нового, светло-зеленого цвета. Цвет называется... светло-зеленый, блэкаут полный, очень красивый нежный цвет. С новым Билли прям топчик будет. Цвет в цвет. А Майгул еще есть темно-синий-зеленый, мы сейчас его найдем. И новый Майгул такого, знаешь, песочно-коричневого цвета. Цвет называется серо-коричневый. Кстати, таких штор давно требовалось, да? Угу. Лаконично смотрится и с любыми пестрыми. Но на камере он какой-то бронзовый. Оттенок. Нет, он не что-то прям как-то у меня перевирает немножко. Вот у меня видно, что он бронзоватый оттенок. Ну нет, он не бронзовый, он прям светло-коричневый. Ну, это особенность камеры. И вот еще новые Майгулы. Цвет называется темная бирюза. На самом деле это прям насыщенная изумрудная зелень. Даже вот со светло-зеленым в сравнении покажу. Бирюзой здесь и не пахнет. Зеленый-зеленый. Угу. Появились новые рулонные шторы. Сейчас у меня в руках Longdance серый. Но он такой, знаешь, серый, немножко с кремоватым отливом. Ценник начинается от 1200. Размер 80, 100, 120 и 140 на 195. Дальше Sandwell, рулонная штора, цвет бежевый, убегает, здесь хоть регулятор-то есть, тоже такой вот полупрозрачный, то есть это такой легкий эффект затемнения на окне, не глубокий блэкаут. Разгон от, получается, 80 до 1,40 м, разгон цены от 1,5 до 2,300. Ковер безворсовый для дома и улицы Вренстед, 133 на 195, бежевый и голубой. Красиво, лаконично смотрится, думаю, служить будет хорошо. Край, в принципе, неплохой. Кто уже цап-царап, делитесь, потому что для безворсовика, да еще для уличного безворсовика, вполне адекватная цена. Единственное, что его ни шиша не зафиксировали на стояке, и он катается. Так, пойдем еще пробежимся по коврам. Я включаю зоркого орла. Орел, правда, у нас не совсем зоркий. Ковер Storoop черного цвета, 133 на 195. Мусор видно, как на прости господи, иметь это в виду. Стоит сейчас он 3500. В принципе, неплохой ковер. У него хорошая боковая обвязка. Дим, переместись, пожалуйста. Вот этот край, он усилен. То есть вот здесь он так загнется, но не вот так, как часто бывает у дешевых ковров. Вообще имейте в виду, то есть вот это может быть, если вы будете постоянно задевать за него. Это у тонковатых ковров является нормой. Так, пойдем еще покажем вон туда ковер. Ручная работа. Ковер называется Тани. Да ладно, я пошутила. Тани сбью. 160 на 2,30, 16 тысяч рублей, шерсть и хлопок. Интересными с такими пушистыми местами. Квадратик, уголочек. Ну, интересно, для ручного, кстати, вполне адекватный ценник. А пойдем еще, хотела показать новый коврик. Тём. Тёмербю.
Тане, Тёме. Ковер безворсовый для дома и улицы, конечно, выше качеством, чем тот, который мы показывали за 3000. Это стоит уже 6160 на 230. Зеленый с белым оттенком. Здесь как будто бы дорога. И как будто бы какой-то орнамент. При этом ковер двухсторонний. Можно использовать на две стороны совершенно спокойно. И по мере загрязнения даже не сдавать химчистку. Скандеруб. Ковер безворсовый 80 на 150. Ручная работа. Очень интересный коврик. Как будто свитер. То есть здесь 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 цветов. Шахматы такие, да? Кубик гладкий, кубик ворсистый. Интересно смотрится, довольно-таки лаконично и, ну, скажем так, неубышно. А пойдем вон туда, в коврики напольные, преддверные. Мне сегодня хорошо, я за тележку держусь, хожу. А, так, значит, это у нас Остерильд. Ворс, мусор. Если у вас есть собаки, ковер не для вас. Преддверный коврик для дома, прорезиненный, легко отрезать. Причем, смотри, вот по этим полосам даже можно легко срезать любой из углов, вырез сделать, если есть необходимость. Стоит он 400 рупий. Каскад Гран 40 на 60, не окрашенный, темно-коричневый. Стоит 500 рублей, и это у нас кокосовое волокно. А мы все помним, сколько мусора вылетает из кокосового волокна. Поэтому имейте, пожалуйста, это в виду. Без рисунка обычно они дешевле. Так и есть, стоит 350 с рисунком, вот с этими лапами 500. Но вот эти лапы, пойдем покажешь поближе, как краска, они фиксируют, и ворс становится жесткий в этом месте. Он не вылезет. Поэтому вот этот коврик за 500 будет линять гораздо меньше, чем вот этот за 350. Чем не люблю их я? Они очень колючие. Постель пимпернет, к обзору готова. Пимпернет. Как пимпернет, так пимпернет. Значит, два размера. Одна спалка и двух спалка. 1300 и 1800. Хлопок. 80%, 20% искусственная вискоза. Базовый постельный комплект. По ощущению, в принципе, неплохо. Мне не совсем нравится цветовая гамма. Она больно такая, вот, знаешь, аляписто-пестрая. Сейчас я принесу в пачке тебе ее, чтобы ты не бегала. Вот как это выглядит. То есть прям вот все, что было в цветовой гамме. Сейчас подстроимся. Пин-пин-пин. Что-то типа того. По-другому не показать, потому что здесь прям вот... Особо не поймешь. Да, разноцветится, разноцветится. Пойдем еще покажем парочку постелек новых. Так, во-первых, у Netasmin появился новый оттенок, серо-бирюзовый, достаточно красивый. Ну, вы понимаете, да, что пока проблема с текстилем остается актуальной в Икее. Вот этот цвет, цвет очень красивый. Netasmin, повторюсь, это хлопковый сатин. Имейте, пожалуйста, это в виду, он очень высокого качества и хорошо себя показал. Пойдем вон в тот уголок, вон туда. Копарблат. Под одеяльник и две наволочки. Ребятушки, это хлопок. 20%, 80%, 20% искусственная вискоза. 118, искусственный шелк вообще-то, это вискоза, 118 дюймов плотность. В принципе, неплохой. Что радует, появились наконец-то мальчиковые цвета, да, то есть не только вот эта пестрость, а такие вот органичные скандинавские, сканди стиль возвращается потихоньку. Сейчас даже посмотрю, кто производитель, надеюсь, не Иваново, Китай, кстати. И, пожалуйста... А, это Кунсблом, она никуда от нас не уходила. Это Пудервью, просто цвет уже смотрится по-другому. Пойдем покажем новый плед зелененький. Индира. Темно-зеленый цвет. Болотный, по-другому его просто не назовешь. Индира, она в принципе как в Африке индира. Я уже миллион раз про нее говорила, у нас есть обзор по пледам. А, ребят, это нормальный хлопковый плед. Адекватный, мнется, зараза, цепляется за него все. Но очень легко с ним под ним спать, как под покрывальцем летом. Цена на него неизменная. Цена, я считаю, более чем адекватная. 1000 либо 1500 за большой. Ну, если хочется такой цвет, в принципе, он довольно-таки лаконичный. Он не грязный, он насыщенный и неплохо смотрится на хлопке. Полотенце Хопут 70 на 140, цвет коричневый, очень красивое. Плотный двойной ворс, толстенькая. Но в наличии нет. Скоро появится.
Даже этикетку, зараза, срезали. Хоть посмотреть бы, кто производитель. Хорошая привычка, окей. Показывать скоро появится. Без возможности купить. Пойдем еще покажем новое полотенце. Надеюсь, оно не скоро появится, оно уже есть в наличии. Ну, хоть это радует. 50 на 100 Мол Сельва. Сейчас я сначала оценю. Бангладеш. Смотри, какой хлопковый полотенчик. В точечку. Размеры разные, ребят. Большой будет стоить 600 рублей. 70 на 140. Ну, я думаю, маленький тоже появится. Довольно-таки тонкий хлопок, но, я думаю, будет хорошо впитывать. Пойдем сразу вон туда, в коврики. О. Почти медведь. Козьи тропы на нем будет видно, только в путь. Это у нас коврик для ванны Альмтьен. И такой же есть для туалета. 1500 стоит для ванны, 800 рублей стоит для туалета. В общем, кому охота кису, но кису заводить неохота, можно плед завести, его можно почесать. Так, новое. Пойдем сразу вон в коричневый. Альмтьен есть еще и теперь в коричневом цвете. На самом деле радует, что у Икеи возвращается. Все-таки мы учитываем, что это Россия, это разделенные санузлы чаще всего, даже если это соединенные, все равно требуется отдельный с вырезом под унитаз коврик. Но у нас вот такой просто живет, и я скажу, что козьи тропы прям вот вытаптываются. Это выглядит потом вот так, и он тяжело устанавливается. Ну классный, когда он новый. Альстерна, коврик для ванны 50 на 80. Друзья мои, это хлопок Made in India. Цветов на самом деле много. Вот который я держу в руках, серо-зеленый, плюс белый, коралл, серый и бежевый. То есть выбрать можно на любой фактически цвет. Хорошо впитывает, хорош в уходе, нет никаких нареканий. Дим, я паучка нашла. У него ножки гнутся. Ножки тонкие, а жить-то хочется. У меня бабуля так говорила раньше. Светильник напольный Фиг с Нес. Как Дима говорит эту серию, колготки Жанны Агузаровой. Нет, колготки Жанны Агузаровой, это то, что то блестящее. А это? Вот, да? Вот, видите, там как есть и торшер, и потолочный светильник. А это бабушкины колготки. Это паучок на тонких ножках. Бабушкины колготки. Не, прикольный торшер, на самом деле. Главное его зафиксировать, чтобы он, бедолага, не грохнулся. Дальше смотри, новый торшер. Томелила. Тоже нет в наличии. Кстати, классно очень смотрится. Здесь тканевый абажур. Довольно-таки узкий, рассеянный свет. Выключатель у него на шнуре, то есть ничего не поломается. Хорошее металлическое основание. Сталь, по-моему. Армированный пластик. Алюминий. Не тяжелый и сильно смотрится. И... Хочу немножко повторить, может быть, не слышно. Какой смысл выкладывать новинки, если нет возможности купить? А я тебе про что говорила, чтобы людей заманить, чтобы они думали, а что... А как ты заманишь, они больше не придут, мне кажется. Ну, ждать ты будешь. Каждый раз ходить. Свартнора. 5000 рублей и состоит из двух коробок. Интересный такой софит. Выключите, пожалуйста, потому что не видно саму вот эту... Ты пока снимаешь, я тележку совещаем поближе подвезу. Очень похоже на фару. На что похоже? Фара. Это тебе хорошо, ты в наушниках меня слышишь. Я тебя не слышу. Это возрастное. Да? Как ты мне говоришь? Привет, пенсия. Как тебе торшер? Ну, это очень такой индивидуальный предмет. Ну, вообще не в каждый интерьер впишется. Но стильно, согласись. Тут что-то такое прям. Необычное. Ну, мужское, серьезное, брутальное. Съемочное такое, да? Оборудование. Можно и так сказать. Фонарь очень похож на лампы у Жигулей. Я говорю, фара. Фара? А, я ж глухой. Ты же водятел. Я водятел. Да, я водятел. Я умею водятить только все. А водить она не умеет. Стурхага, 35 сантиметров. Настольная лампа, светодиодная, с регулировкой. Очень красиво, стильно смотрится. Вот как такой этот ретро. Фотографы от души рекомендую.
металл, долгоиграющий, будет хорошо себя вести, плакать не будет. Если лобушком о полушку не долбить, будет работать долго. Можно делать интерьерные съемки. А, не уходите, пожалуйста. Я хочу заодно рассказать, пока стоим на этом месте, про светодиодную гирлянду. Особенно про предмет под названием солнечная батарея. Переверните, пожалуйста, на вашу сторону. Вот этот предмет. Я провел в этом году эксперимент по поводу этого предмета. Я поставил аккумуляторную батарею 2А на 2500 мА, беленькую киевскую. И ты не представляешь, он даже в холодную зиму работает. А, ты у родителей экспериментировал? Да, на заборе висит и светит по ночам. Классно. Так что имейте в виду, Димин лайфхаки на самом деле многим пригодились. Проверено даже в минус 30. Да, морозы были даже больше 30. Дим, рядом с тобой сейчас два светильника новых. Один наверху. Но! Не рекомендую. Это был эксперимент, потому что если использовать и трогать в холод, провода могут полопаться. Ну, просто имейте в виду. Дим, повыше камеру, наверх. Вот такой красивый, интересный светильник, стоит 1300, на самом деле это даже не светильник, это гирлянда, использовать можно куда угодно, это уличное освещение, при этом вполне логично будет смотреться дома. Лично мне нравится, плюс он на светодиодной батарее. И еще смотри, вот такой Сальвиден, 800 рублей, настольная светодиодная лампа, тоже работает от солнечной батарейки. Ищу, где кнопка вкл, а кнопки вкл нет, потому что не заряжена. А, надо потереть, да? Да. Как джин. Он работает от фотоэлемента. Как фотоэлемент? Ну да. То есть... Закрыл, заработал. Открыл, темнота заряжается. Темнота будет зарядиться. Вот. Имейте это в виду. Ну, на самом деле, стильно смотрится, очень красиво. Представь, дома, да, в темноте у тебя такой мягкий свет рассеян. Пойдем еще посмотрим, что у нас по световым агрегатам. Так, это все было, когда мы в последний раз новиночки снимали. Новенького здесь больше не вижу ничего. Плавно перетекает Дмитрий Юрьевич в хранение. Хорошо, а то я подустал. Хювенс. Эти коробки вы видели у нас во влоге в Москве, когда мы их поломали. Коробки классные, 89 рублей. Бумага, смотрится очень интерьерно. 33, 23 на 15. Уместится, кстати, в ячейке стеллажа Флюнс. Хотя нет, там 30. Были бы чуть поменьше, цены бы не было. Но эстетический ящик за эти деньги, я считаю, более чем достаточно. Так, мы в отделе оформления. Здесь, на самом деле, в этом сезоне, да, году, называйте как угодно, много чего интересного. Во-первых, вот такие вазы салон. Они были, они возвращаются. Обещают нам и белые. Тоже очень красиво смотрится. 600 рублей, ручная выдувка. Видишь, какими капельками. А дальше вот такую штучку хочу показать, похвалить. На самом деле это очень важно. Их сложно найти хорошего качества. Это InBuden. Набор из трех штучек. То есть вот такой большой шар, средний шар и малый шар. 800 рублей. Бледно-розового цвета. Что здесь хорошо? Здесь хорошая липучка, хороший клеевой слой и сама вот эта, да? Сам этот шарик подвесной и хорошо склеивается. Дальше InBuden, тоже лимитка. Смотри, какая красота прям. Хочу такую вазу. 900 рублей. Дим, скажешь, сначала ваза, потом цветы покупай, да? Не, я не согласен. Так, пойдем еще покажем кое-что интересное. Это вот такая новиночка. Это у нас называется подсвечник Бескафад 20 сантиметров. 1300 стоит. Ну, я бы вазой назвала. А ты? Ну да. А дальше вот такие новые букетики. Уже постоянно в заказах. Девчонки начинают обновлять интерьеры к весне. Красиво смотрится. Ценник, по-моему, в районе 350 рублей, если мне не изменяет память. Мы в любимом Димином отделе. Это картины. Картины из двух штук Пье Рит. Городок в облаках. То есть это две полностью одинаковые картины. Так вот, много-много-много домов. 1000 рублей, 40 на 50, две штуки. Это город в горах. А дальше Пьерит, 4 штуки. Это у нас акваподводный мир. Раз, два, три, четыре. Жалко, акулы нет. Нету акулы. Ты бы купил шарка? Да. И Пьерит, бон аппетит. Подвиньтесь, аппетит. 800 рублей.
за две штучки. Тоже лаконично. Очень простенько. Знаешь, простота иногда вообще тоже. Вообще краски не потратили. Да. А дальше. Картина «Беговая дорожка». Она уже с подрамником. Итоговая, готовая. Ну, знаешь, такие иногда вроде моменты, кажется, мелочь, да? Такие вот за счет ярких контрастов, за счет красивых фактурных облаков смотрится уже по-другому. Дим, я думаю, вот этот холст у нас скоро поселится. «Олени в тумане», ты такое любишь. Угу. «Олени в тумане» стоит 3502 на 140. А потом я еще хотела показать несколько новых картин, но мне надо бы их где-то увидеть на стенде. А, во-первых, вот, иди сюда. «Пьерит», «Язык тролля», Норвегия. Кстати, куда мы едем в Дагестан с командой? В Гуниби есть похожее место. Ну, только язычок поменьше. Да. А так то же самое. Да. А дальше «Пьерит», «Просто мечта», «Дрим». 800 рублей. У нас, кстати, одна из команд так называется. Ольга, Дэви. Dream Team. Здесь вышивка очень красивая. А, так, пойдем дальше сюда. Появились новые классные картины с рамками. И в таком же наборе продается. Это «Кнопек на природе» 2300. Здесь 8 рамок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь с постерами. Сразу на целую стену. Да, сразу как фигакнул, так фигакнул. И вот такое, вот такие следы, они, это пляж называется, очень похоже на Крым, на озеро Чакрак, Каяш. Вот такой пляж. 1300. Я не вру? Да. Я не вру. 1300. Так, слушай, по картинам вроде все, я сейчас еще визуально пробегусь. Пойдем в Кашпо заглянем. Да? Да. А может, там закончим. Там и закончим. А, хоть это не относится к новинке, и мы особо живые цветы не рассматриваем в обзорах, но я, дорогие родители, для наших юных детей, особенно до 15 лет, пускай будет, да, я рекомендую приобрести вот такой цветок. Грюнскан? Да. Насекомоядное? Насекомоядное. Только они полуживые. Рекомендую, чтобы был продукт ближе к лету, когда появятся все таракашки-пукашки вот эти. Сидишь на балконе, ловишь? Да. Я имел свойство приобрести это растение. Потише. Да. А что, ору, да? Да. Даже наушники. А музыку слышу. Убавили? А. Я имел свойство приобрести это растение. Поверьте мне, очень увлекательно кормить. Букашечками. Знаешь, мне не поворачивается слово сказать это растение. Животное. Все вот эти зубастики. При они попадании же насекомого, там усики внутри, да, она закрывается вообще огонь. Для развития детей рекомендую. Когда хочется домашнее животное, но ухаживать не особо хочется. И оно никуда не убежит. Да, и оно никуда не убежит. Все, а теперь пошли. Пойдем в Кашпо. Кашпо точно не убегут. Прям сразу несколько новых Кашпо. Чиафрен. Для дома улицы 9 сантиметров, цвет розовый. Ну, на самом деле он не розовый, он такой светло-какаушный, кофейшный. 9 сантиметров, керамика. Омфонг белый, ой, господи, для дома улицы металл, 179 рублей. Ну, красивый оранжевый цвет. Можно даже как какие-то подстаканники использовать, потому что иногда актуально, а по цвету нет. Вот такое новое кашпо, керамика. 199 рублей. Сесамфрион. Такие вот. Зазубринки, точки. Красиво смотрится. Так, пойдем дальше по кашпо, посмотрим. Ну, обычно кашпо же повторяются, то есть какие есть маленькие, точно такие же есть и большие. Но иногда бывают исключения. Ой, смотри, какая классная штука. Подвесной держатель для кашпо, ботаник. Вообще его давно ждали, наконец-то появился. Стоит 249 рублей. Проведем эксперимент. Керамику брать не будем. Дмитрий Юрьевич устал, нервы не выдержит, если я что-то колбасну. Вот так. Красивушно? Отлично. Отлично. Теперь еще вот такое подвесное кашпо, 249 рублей. Металл на таких жгутах, 249 рублей. Можно, в принципе, даже выращивать натуральную зелень. Пойдем еще хочу показать пару кашпо. Они у нас уже периодически мелькают в заказах, но на сайте их еще полноценно не посмотреть. Вот такой металлизированный кашпо, 24 сантиметра.
ведро, 679 рублей. Другой пример, заразителен. Я этого не просил. 679 рублей, тоже красивого мятного цвета. Очень хорошо будет сочетаться с новыми коллекциями. А, так, пойдем еще найдем одно кашпо. И я хочу еще показать подвесную, не подвесную, а штучку для цветов. Вот эти кашпо. А, здесь снимать неудобно. Вот они, пожалуйста. А, галиамелон. Хотите за край балкона, ну, там, я не знаю, за стеллаж, за что угодно, зацепайте. Плетеные, очень напоминает советское детство. У мамы были кашпо такие плетеные под цветы. А, Дим, переместился бы ты сюда, потому что их вот здесь видно. Ветлок металлический есть еще вот в таких держателях. 1250 стоит длинный. И 450 стоит круглый, 15 сантиметров. А галиамелон, в прошлый раз мы уже показывали, есть еще и круглый подвесной. Многие, кстати, на кухню берут, как элемент декора, ну и как функциональность. Появился вот такой новый букет, но он уже по акции. Фейка, 399 рублей. Сыпется по-черному, имейте вот это в виду, некоторые вот эти вот цветочки, лупины. Фокус. Ну, то есть здесь микс. Роза кустовая наконец-то появилась. Это не новинка. Стоит она 2500, просто их очень долго не было. Смотрится красиво. Подарил жене и со словами: дорогая, цветов не жди на всю жизнь. Храни. Храни. И пойдем еще покажем подставки для цветов. Несколько новых штучек. Ну и в принципе, наверное... Смотри, уже 80. Да. Ваниль стонг 3500, пьедестал для цветов, 67 сантиметров, сосна. Полочка, ящичек, металлические ножки. Из этой же линейки за 2500 есть маленький, 55 сантиметров, сосна. Ну, я знаю, что Дима скажет, что это безумно дорого за набор досок, и можно сделать это логичнее самому. Ну, как говорится, на вкус и цвет фломастеры разные. Ну, если не хотите заморачиваться, покупайте. А то как-то тут уже прилетело по этому поводу. Так, друзья, в принципе, по новинкам все. Мы полетели дальше. Демагогии больше мы не разводим. Все, потому что мы сказали все впереди. Да. И, ребят, стандартная этика на YouTube. Лайк, подписка, комментарий. Пожалуйста, об этом не забывайте. Вам мелочь, нам приятно. Ну и не забываем, что куда мы все стремимся. Стать серебряной кнопкой YouTube. Нам осталось немного. Я думаю, мы скоро этого с вами добьемся. Всем пока.